Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как очистить диск C от кэша и всех ненужных данных. Досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. Ну что, друзья, давайте приступим к тому. Откроем мой компьютер, заходим на диск C. И то, что типично все показывают, в принципе, это заходим в папку Windows и ищем раздел Temp. И якобы мы здесь эти файлы все чистим, и у нас не особо место прибавляется. Поэтому мы на это особо обращать внимания не будем. Выйдем назад, точно так же переходим только в пользователь. Выбираем наш аккаунт, и вот здесь уже вот это все дело мы будем чистить. Но дальше нам нужно набрать AppData. Если у вас его здесь не будет, можно прописать в верхней строке AppData. И вот здесь уже в папке Local и Roaming мы должны их почистить. Здесь нам покажет, сколько у нас имеется хранилища занятого. Это полностью все те приложения, где вы синхронизировались и копилось, в принципе, все это наша нечисть, которую нужно почистить. Точно так же в папке Roaming. Очень много здесь, поэтому давайте мы с вами почистим и уже с вами сравним, сколько мы прибавим места. Как видели, у нас было свободно, там, по-моему, 22,8 или сколько там. И я думаю, мы сейчас прибавим еще столько же. Все, это мы все удаляем. И я немножко это дело все ускорю, чтобы вас не томить. Здесь вы нажимаете все пропустить для тех файлов, которые предлагаются, чтобы завершить процесс в данном разделе. Все, мы это пропускаем, завершение прошло к концу, это все то открыто осталось, которое нам пригодится. Как видим, у нас здесь намного больше почистилось, осталось вот совсем чутка. Приступаем к другой папочке Roaming, делаем то же самое, выделяем и удаляем через Shift Delete обязательно, чтобы эти файлы почистились полностью, они были в корзине. Music licensing reimagined. Снова делаем то же самое, пропускаем для этих всех папочек. Все, этот процесс у нас пройден. Теперь перейдем в основное меню и посмотрим, сколько у нас очистилось. Более 35 гигабайт. Это есть самый действенный способ. Так, самое главное, вы, чтобы не потерять ваши данные, все те синхронизации, которые были до этого, откройте приложение ваше нужное, потому что эти функции помогут вам очистить полностью все. Регистрацию берет, вам придется заново логиниться и так далее, и так далее. То есть самое основное вот так вот. И обращаю внимание, то что важно, подпишитесь на мой телеграм-канал, там есть полезные ссылки для заработка и прочее. Точно так же подпишитесь на мой второй YouTube-канал, все ссылки в описании под видео и закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.